Здравствуйте, друзья! Я Александр Казарин, и в эфире наша рубрика «Прикольные уроки с Александром Казариным». И сегодня речь пойдет о химии. Замечательная наука – химия. Я в своей жизни ей очень благодарен, потому что я когда-то в молодости закончил химический факультет университета, потом работал в школе, преподавал химию, а также много лет преподавал химию в университете и люблю ее до сих пор. И знаю все подводные течения изнутри. Одна из самых, может быть, не трудных тем, но, по крайней мере, трудно запоминающихся, это окислительно-восстановительные реакции. Как там запомнить, что окисляется, что восстанавливается, кто электроны отдает, кто электроны принимает. В общем, я помню, что в школе бился над этим вопросом, и многие так и не запомнили. А в университете даже некоторые студенты тоже путали, что восстанавливается, что окисляется. В общем, решил я придумать вот такую песню. Я надеюсь, что после этой песни у вас будет абсолютная ясность по поводу окисления, восстановления и по поводу всяких электронов. Слушайте, запоминайте и применяйте в жизни. В жизни все, как в небесной обители, всяко есть и враги, и друзья, окислители, восстановители, им прожить друг без друга нельзя. Окислители, восстановители, нам прожить друг без друга нельзя. Вот, к примеру, старались родители, создавали покой и уют. Но когда придут окислители, электроны твои отберут. Но когда придут окислители, электроны твои отберут. Как бы ты сам себе не пыжился, а хватило бы только сил. Коль отдал электрон, то окислился, и кого-то ты восстановил. Коль отдал электрон, то окислился, и кого-то ты восстановил. И какие б ты ей не носил цветы, и каким бы ни был котом, отобрал электрон, восстановился ты, но окислил ее ты притом. Отобрал электрон, восстановился ты, но окислил ее ты притом. То мы доноры, то акцепторы, то бывает берем, то даем. Все мы жизни своей архитекторы, то построим, а то разнесем. Все мы жизни своей архитекторы, то построим, а то разнесем. И, конечно, она изумительная, но бывает, что только держись. Окислительно, восстановительная, вот такая она наша жизнь. Окислительно, восстановительная, вот такая она наша жизнь. Но я надеюсь, вы запомнили главную идею. Окисление, восстановление – два противоположных процесса. Окисление связано с чем? Окислители электроны отбирают. Восстановители электроны отдают. При этом, если ты электрон отдаешь, ты кого-то восстанавливаешь, но сам при этом окисляешься. И наоборот, если ты электроны забираешь, то ты при этом восстанавливаешься и при этом кого-то окисляешь. Вот такая вот штука, точно как в жизни. Надеюсь, эта информация для вас будет полезна, и вы запомните, что окисляется, что восстанавливается. Ну, а вам спасибо за внимание, до новых встреч. С вами был Александр Казарин и мои прикольные уроки.